Павлодарцы намерены увековечить память известного борца с джунгарскими завоевателями. Уже скоро в областном центре появится памятник Малайсары Батыру. В эти дни в Павлодаре отмечают 550-летие казахского ханства и 200-летний юбилей Тетимбета. А самой зрелищной частью народного праздника назвали театрализованное представление на центральной площади Павлодара. Захватывающие поединки средневековых воинов, героические сражения казахского войска с джунгарскими завоевателями. На сцене оживает история. Искушенный павлодарский зритель в восторге от постановки. Эй, джунгар! Елім үшін, қазақ халқымның туған жері үшін, мен шығамын жекпе-жекке. Қасқаным қалғанша, жанымда суырып алғанша шайқасамын сендермен. Сотни народных героев той жестокой войны. Имена многих не сходят с уст уже нескольких поколений. Как, например, Малайсары Батыр, несокрушимый борец за независимость своего народа. Он защищал Прииртышье от вражеских набегов. В юбилейный год казахского ханства в Павлодаре объявили конкурс на лучший макет памятника Батыру. Лучшим назвали проект известного скульптора Булата Хусаинова. В конкурсе участвовали работы 5-6 скульпторов. Из них лучшим признали мой проект. Я, конечно, очень рад такому решению. Поэтому постараюсь как можно скорее изготовить и установить памятник в Павлодаре. В Павлодаре широко отмечается и 200-летие народного кюиши Таттымбета. Его памяти посвящен региональный смотр исполнителей народного творчества Бестуре. В истории казахского ханства творчество Таттымбета выделено красной строкой. Его кюи Алшагыр, Бестуре, Бозайгыр являются шедеврами музыкального искусства казахов. Я считаю, что исполнилась мечта наших предков, которые ценой своей жизни отстаивали независимость страны. И я желаю, чтобы и дальнейшие поколения казахстанцев чтили и берегли это бесценное сокровище и жили в мире и согласии. Ербул Абишев, Армани Кубов, Алексей Омельницкий, Павлодарская область, 24 КЗ.